Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Частые гости и подписчики моего канала уже заметили, что люблю выращивать много разных сортов томатов. И уже много показывала и рассказывала. Описание сортов, необычных, красивых и экзотических, можно найти в описании под видео. Загляните, будет интересно! Сегодня показываю не менее красивый и вкусный сорт томата под названием копия. Выращиваю его впервые, но уверена, что в этом году соберу семена и буду выращивать его в дальнейшем. Сорт томата копия – это средне-поздний высокий помидор и нуждается в обязательной подвязке. Сорт теплолюбив и в условиях средней полосы и Подмосковья – рекомендуется выращивать в теплицах для более обильного урожая. На вид томаты очень красивые, яркого желто-золотистого цвета с красными прожилками. Крупные по размеру 200-300 грамм, плоско-округлые, практически все одинаковые. В разрезе видно, что они мясистые и имеют много семенных камер, а соответственно и много семян. Очень сочные и душистые, с ярким помидорным вкусом, как в детстве. По цвету мякоть тоже двухцветная, притягивает внимание, а на столе и в салатах смотрится очень эффектно. Выращенный на улице томат копия не очень урожайный, но он созрел полностью, и его красота перевешивает все недостатки, а вкус и запах превосходят все ожидания. Обязательно буду выращивать его еще. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди!